У прошлое воскресенье на одном из рынков нашего города силами всего райотдела был проведен рейд в рамках операции «Калория». Нашими экспертами были отобраны килограммы образцов продукции кустарного производства. Было также обнаружено, скрыто и, конфисковано огромное количество ликероводочных, коньячных, винных и других изделий, а также алкогольной и слабоалкогольной водки, известной под названием «Ряженка». Обратимся к экспертам. Иди сюда. Что это такое? Быстро скажи, быстро. Что это такое? Водка. Как видите, водкой это пойло можно назвать с большим трудом. В соответствии с законодательством, вся некондиционная продукция должна быть уничтожена отрядом особого назначения «Хряк». Так выпьем же за то, чтобы ни один из этих продуктов никогда не дошел до рук, а тем более рта рядового потребителя. Мы надеемся, что вы извлечете для себя правильные уроки, а извлечь из вас все остальное – наш профессиональный долг. Доброй безлунной ночи всем любителям вкусной бесплатной еды, а в особенности мои дорогие гурманы-автолюбители. Сегодня я расскажу вам, как приготовить коктейль-отвертка. Однако перед началом приготовления необходимо проверить развал хождения соседей. Если соседи уже сошлись домой и развалились на диванах, то можно, пожалуй, начинать. Основными ингредиентами этого блюда является сладкий шипучий напиток и горячительная типа водки. Вот она. Если у вас под рукой случайно не оказалось водки, или вам просто жаль использовать ее для такой гадости, не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Вместо водки можно использовать обычный бензин. В крайнем случае можно одолжить у соседей немного самогона, благо по вкусовым качествам он ничуть не уступает бензину. Кстати, слово «бензин» пришло в Украину из России в обмен на слово «буряк», «черноморский флот» и 5 миллионов долларов. Теперь открываем бутылку. Для открытия бутылки шипучим напитком нам понадобится ключ на 12 перстом. Вот. Если при открытии бутылки вы почувствуете запах газа, тут же звоните 04. Теперь сливаем оба ингредиента в один стакан. Берем отвертку и перемешиваем по часовой стрелке порядка 2 часов. Еще одну минуточку. Теперь, когда основная часть коктейля готова, необходимо добавить самую важную деталь – лимончик. Но поскольку лимон и мой сосед дядя Коля запирает ящики на ключ, то тут нам в очередной раз и понадобится отвертка, которой мы и вскроем ящичек дяди Коли. А вот и он, наш любимый и так нужный нам лимончик. Надрезаем и поместяем его на стаканчик. Теперь, употреблять содержимое необходимо через дюралевую трубочку диаметром 12 мм. Советую сначала потренироваться, потому что делать это надо очень быстро, пока трубочка не растворилась в содержимом. Этот коктейль может сделать незабываемым любой романтический ужин при свечах. Однако помните, что в ужине при свечах есть одна удивительная особенность. Вилку нужно держать в левой руке, а свечу в правой. Ну что, коктейль готов к употреблению. Осталось только произнести оптимистичный тост. Ну, например... Пусть наше будущее будет таким же радужным, как пленка в этом стакане. Приятного аппетита!